Нитьянандам парамасукадам кевалам ньянамуртам двандватитам гаганасадрушам таттвамасьядилакшам экам нитьям вималамачалам сарвади сакшибутам бхаватитам тригунарахитам садгурум там намами. Нитьянандам, меня зовут Шри Нитья Сукадананда, и в этом видео я хочу представить тебе очень интересную и важную технику завершения. Начнем с того, что я расскажу тебе, откуда эта техника идет. Так как в настоящее время очень много я вижу учений и техник, разных индивидуумов, которые предоставляют эти техники. Их очень много, и почти никто не дает ссылку на источник, откуда идет учение. Соответственно, учение может быть небезопасным. Например, очень много астральных разных проекций, внетелесных путешествий и так далее. Это сейчас очень популярная тема эзотерическая, и, к сожалению, очень много людей на это ведутся и занимаются подобными вещами, не интересуясь, откуда идет источник. Что очень важно, потому что это очень большая и обширная тема, очень интересная и на гораздо больше, чем этот физический мир, который мы видим. Поэтому человеку, который абсолютно не как бы новый в этом плане, ему очень полезно будет знать, откуда идет это, потому что это игра с неизвестным. Весь процесс просветления — это игра с неизвестным. Поэтому очень важно, что сам воплощение этого неизвестного дает тебе техники. Поэтому и важно гуру, который является представителем вот этого неизвестного во Вселенной. В этом видео я, кроме как о безопасности, хочу сразу дать и технику. Эта техника идет из древнейшего учения, доступного на этой планете, на планете Земля и во Вселенной. Идет из традиции под названием Санатана Хинду Дарма. Возможно, ты слышал о таких писаниях или вещах, как Веды, Агамы, Упанишады. Несколько миллионов, а то и миллиардов лет назад эти вещи были даны человечеству. Причем в тот момент мы жили на другой частоте. Мы не жили в этом физическом мире, мы жили на другой частоте, где древние мастера, их называют риши и муни, они услышали эти истины космические о том, как управляется эта Вселенная, и они постарались нанести, так сказать, превратить это в понятные, как закодировать, точнее, в язык, который называется санскрит или самскритом. Даже когда Свамиджи разговаривает на английском, Свамиджи — это гуру, мой гуру, его зовут Парамхамса Нитьянанда, сначала ему идет скачка на санскрите. Потом переводится на тамил, потом он переводит на английский. Причем это получается не как перевод, а как он это называет, mapping. То есть наношение на карту. То есть как дает тебе карту, по которым ты находишь этот путь. Понять то, о чем идет речь. То есть традиция самая древнейшая, можно сказать, она является источником духовных знаний во Вселенной, в том числе на этой планете. Источник этот мы называем Садашивой. В разных традициях называется по-разному. Мы
как шайваиты, если можно так сказать, называем его Шива или Садашива. Иногда называем Маха Садашива. В общем, какова техника? Техника называется завершение. Чтобы понять технику, я сначала объясню, что такое незавершение. Незавершение – это, как правило, такой инцидент, который случился в твоем прошлом и повлиял на тебя, на твое состояние, и который до сих пор находится в твоем внутреннем пространстве и мешает тебе спокойно жить. То есть какой-то инцидент случился, и согласно этому ты сформировал мнение о том или ином человеке, либо о себе. Я дам пример. Например, рассмотрим отношения. Скажем, ты общался долго с девочкой по имени Катя. Она тебе нравилась, но ты ей ничего не говорил. И потом, спустя несколько месяцев, ты предложил ей встречаться. Но она сказала, знаешь, нет, я... Она удивилась, и она сказала, что я всегда с тобой относилась к тебе как к другу. То есть, и это тебя очень сильно ранило. Ты решил, что все женщины, они бросают тебя, они тебя отклоняют, отвергают. Что женщинам нельзя доверять, что женщины обманывают всегда. То есть, и дальше живешь с этим мнением или познанием. То есть, как это получается? Что реально случилось? То есть, ты сложил какое-то мнение о ситуации, то есть, ты конкретным образом фантазировал себе, какие отношения у вас есть, и ожидал что-то от них. А она, и ты решил, что она чувствует абсолютно так же к тебе. Когда ты ей это предложил, она просто сказала, знаешь, я не смотрела до этого на наши отношения таким образом. Но ты увидел это по-другому. И, естественно, вы там расстались, и на тебе это осело осадком, и ты создал какое-то познание из этого, что, скажем, женщинам нельзя доверять. И после этого момента ты смотришь на все свои отношения с противоположным полом через эту призму вот этих первых отношений. То есть как это влияет на твою жизнь? Допустим, если ты встретишься потом, скажем, с Тоней, то Тоня, даже если она не будет иметь такие качества, как обманывать тебя или что ей нельзя будет доверять, то есть, она, возможно, очень целомудренная девушка будет и очень верная тебе. Но из-за твоих убеждений, что все женщины лгут или им нельзя доверять, ты будешь проецировать это на нее и в конечном итоге спровоцируешь разрыв отношений. И так работает со всем. То есть, это называется незавершенность. Как правило, все незавершенности идут к ключевому паттерну. Паттерн – это как повторение, привычка. Или незавершенность. Когда все началось, когда впервые ты сложил мнение о себе, о мире, о других людях, как они тебя воспринимают. Я хочу дать вот эту технику. Хочу, чтобы ты посмотрел на свою жизнь, как можно раньше найти события, какие в своей жизни, которые действительно повлияли на твое состояние, на твое отношение к себе, к другим. И записать их. Записать абсолютно все, что ты только помнишь. О себе, о том, какое было помещение, какой был запах, кто во что был одет. Абсолютно все, что помнишь, все, что приходит в голову, запиши. Потом, второй этап этого... Скажем, запиши каких-нибудь 10 разных ситуаций. Чем раньше ситуация, тем лучше. Напиши и подробно опиши. Второй этап. Ты начинаешь
проживать, чтобы отпустить. Тут внимательно послушай. Ты должен закрыть глаза или открыть глаза, как хочешь. И внутри своего пространства, внутри себя или внутри своего разума начать проживать каждый из этих инцидентов. С таким пониманием, что ты, что человек, который проживал это все, отсоединен от тебя. С контекста, смотри, в традиции Санатана Дармы очень важен контекст. 90% вообще всего, что делаешь, зависит от того контекста. То есть контекст должен быть, чтобы отпустить, чтобы прожить, чтобы сбросить это с себя. И ты начинаешь проживать как фильм эту ситуацию, пока она полностью не уйдет с твоего внутреннего пространства. Как правило, занимает от 1 до 5 раз. То есть 5 раз проживи каждую ситуацию внутри себя, пока она полная. То есть наступит такой момент, когда ты поймешь, оп, вообще-то меня уже не влияет это то, что произошло. Ты будешь чувствовать, как будто, да, в памяти это есть, но ты не будешь чувствовать никакого соединения с этим событием. В общем, эта техника очень простая и очень-очень мощная и эффективная. Как я сказал, она идет прямиком из Вед и Агам, от Садашивы. Агамы — это писание, это прикладная наука, Веды — чистая наука обо всем. Как работает Вселенная, как работают люди, как абсолютно все. То Веды, то Агамы — это наука, прикладная наука о том, как достичь этого высшего состояния, состояния завершения, когда ты снова понимаешь, что ты цельное существо, что ты не раздробленное существо. Ты цельное и полное, тебе не нужно ничего снаружи, чтобы тебя удовлетворить. То есть, я, кстати, про ману, то есть ссылку на источник о том, что я говорю, тоже скину в описании к этому видео. То есть, он сделает работу. Смотри, гуру — это воплощение, это как дверь в космос. Это дверь к этому опыту. Это его ответственность сделать тебя завершенным. Тебе просто нужно какую-то волю немножко свою направить в этом направлении. То есть, вот эта техника как раз поможет тебе освободиться от твоих событий прошлого, которые ты до сих пор носишь с собой, которые единственные, что несут тебе страдания, чтобы их прожить, отпустить и дальше быть в настоящем моменте и строить свою жизнь так, как ты видишь, так, как ты хочешь. В общем, я хочу, чтобы ты попробовал эту технику аутентично и с интеграцией, с честностью, с добросовестностью. И написал коммент, как у тебя получилось, какие результаты. И дальше уже с тобой более подробно будем работать. И если есть какие-то вопросы, тоже спрашивай, не стесняйся. Я доступен ВКонтакте. Я думаю, ВКонтакте начну больше сейчас выкладывать видео. Также, если хочешь, могу дать свой Facebook, там намного больше информации, но оно на английском языке. Как правило, контакт я принял решение использовать как для русскоговорящего населения нашей Земли, нашей планеты. Поэтому в твоем полностью я распоряжении, Свамиджи, тоже. Поэтому буду рад общению и действительно хочу увидеть какой-то прогресс в твоей жизни. Поэтому любые пожелания, комменты, как техника прошла, пожалуйста, выкладывай и не стесняйся, в коммент пиши. Я закончу Пурна мантрой. Я начал Садгуру Ванданом, называется мантра, которая приглашает присутствие божественной космической энергии в это пространство, в котором мы находимся. Я уверен, ты почувствовал эту энергию во время видео.
если если как бы слушал внимательно. Вот. Пурна мантра – это как завершить поток вот этой энергии и привести все к завершению. И подытожить, так можно сказать. Поэтому спасибо большое, я завершу пурна мантру, и потом отключу видео и буду ждать твои отзывы и пожелания и так далее. Спасибо. Ом Пурнамада Пурнамидам Пурнат Пурнамудаччаде Пурнасья Пурнамадая Пурнамива Вашишьяде Ом Шанти 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 Хари Ом Тат Сарвам Садгуру Падукарпанамасту Ом Нитьянандам.